Вот так. В храме физически плохо. Что делать? Я и проверять не проверял, но читал про этого. Запах ладана из животных совсем не переносит свинья. Она не может. Ну вот и весь ответ тут. Грех. А курил тебя ничего нету? Да, и вот так-то. Ну вот и все. Плохо. Ну и что, что плохо? Все это для комфорта пришел. Я хочу, чтобы комфортно было. Да ты не туда попал. Ты должен в предбанник в аду быть. Радуйся, что Бог дал, и благодарящий Бога. Лучшего места нету, как Златоуст говорит, тут ангелы воспевают, а тебе не нравится. Как это может быть? Сразу этих людей осаживать надо. Не нравится там, тяжело, так ну и не ходи, иди в театр. Но результат-то будет поэтому. Тут никто никого не насилует. Насильно мил не будешь. Даже если и ладан тебе не нравится, ну и что? Да, голова закружилась. Ну, закружилась, головой об стенку стукнешься, опять выпрямишься. Ну и все, ничего нету. Пустое. Ну, Не то туда есть. попал. Ошибку можно выправить. Выходи, дверь закрой за собой, больше не приходи. Не надо тут зря вонять. Вот где запах-то, грехи. А то тут у нас недавно один приезжал, и ему тут плохо было, а сам курит. Выходил даже во время богослужения, курил. Я не знал, я бы тут принял какие-то меры. Такое зловоние табачное. Но ничего не сделаешь. Упустили возможность. Ну, то есть дух, который в человеке, не соответствует тому духу, который в храме, Да, и получается. все, тебя никто сюда не звал. Ты иди там, где тебе приятно будет. Но знай, конец будет по делам твоим. Ты не хочешь, чтобы у тебя было хорошо, не насилуешь. Да нет, значит, ты не раб праведности, а раб прихоти. А вот если тебя бросят сейчас в какую-то камеру, где дышать нечем, где люди как в тумане, и ты ничего не скажешь, иначе с тобой что-то сделает то, что и говорить нельзя. Я испытал все это, поэтому научись принимать то, что есть. И считай это то, что есть, за лучшее, что Бог мог избрать тебе. Да я думаю, ничего и не надо. Надо просто молиться и стоять. Что плохо-то? Ты за столом сел, тебе плохо. А обед один раз дают в день. Ты же не будешь за следующее дня ждать. Ты все равно будешь это крошки подбирать. Это все прихоть ищет своенравные. Соломон это определил одним словом.